Ребятушки мои хорошие, всем огромный привет, добро пожаловать на канал. Мы начинаем с вами новый влог. У нас за окном прекраснейшая погода, наконец-то выпал снег, потому что последнюю неделю или даже больше у нас, знаете, такая противная была погода, слякоть, какой-то сырой мокрый снег, везде была грязюка невозможная. А теперь прям вот в окошко смотришь, и настроение поднимается, и новогоднее в том числе. Вот, знаете, так прям хлопьями снежок идет. В общем, у меня прям шикарное сегодня настроение, поэтому решила поснимать для вас. Сегодня у нас, наверное, будет больше такой домашний влог, потому что я никуда не собираюсь выходить. У нас опять все сидят дома. Саша, кстати, у меня вышел в отпуск. Викушка опять походила неделю в детский сад, опять заболела, опять и кашель по новой, и, ну, насморк не такой, конечно, сильный, и что самое страшное, это температура, причем температура держалась у нас 2,5 дня, сегодня вот уже сбили, слава богу. Вот, сейчас расскажу, да, как все началось. В общем, у нее резко вечером позавчера даже подскочила температура до 39,5. И все вот эти 2,5 дня мы не могли эту температуру никак сбить. Мы давали ей нурофен, мы давали ей парацетамол, в общем, вообще ничего не помогало. Вот, вызвали вчера врача, объяснили ситуацию, все рассказали. У нее, причем еще сильный кашель, при этом очень сильный, не как обычно был. Вот, он ее послушал, сказал, что дыхание, конечно, тяжелое. Вот, но пока никаких там диагнозов ставить не стал. Прописал просто лечение, сказал, что нужно делать ингаляции 2 раза в день с бирдуалом в этот раз, потому что до этого мы делали просто физраствором, нам в ДРКБ, когда ездили, сказали просто физраствором делать. А он сказал с бирдуалом обязательно 2 раза в день, не с лазолваном. Также он прописал отвар ромашки, полоскать горло, или если ребенок полоскать не может, то просто пить ромашку. И, ну, там для носа прописал тоже, аквалор промывать, да, ну, у нас линаква с прошлого раза осталась, будем им пользоваться. В общем, да, температуру сегодня, слава богу, она уже проснулась без температуры, ночью тоже мы спокойно спали, но до этого, девчонки, был просто какой-то капец, реально вот температура 38,5, 39, и вот, ну, она постоянно такая была, она не сбивалась вообще ничем, мы ее уже и уксусом с водой даже натирали, потому что хотя бы что-то нужно было делать, потому что лекарства не помогали. В общем, что сказал врач насчет температуры? Если бы она у нас сегодня не спала, то мы бы уже начали давать, конечно же, антибиотики, потому что 3 дня, если температура держится, нужно уже помогать организму антибиотиками, но я их просто терпеть не могу. Вот как сказать, я уже настолько устала от этих лекарств, ребенок постоянно болеет, и если постоянно его пичкать антибиотиками, это никакая печень не выдержит. Поэтому я очень рада, что сегодня Вика проснулась без температуры. Я надеюсь, что уже она у нее не поднимется, ну, по крайней мере, до такого высокого, да, градуса. Вот, как-то так. Опять долго болтаю. Вот, но это жизнь, и я не могу этим не делиться, потому что действительно мы все эти дни очень переживали, особенно когда действительно не можешь ничем ребенку помочь, это прям очень-очень тяжело, сложно. Вот, какие еще на сегодня планы? Сегодня у меня мама отдыхает, я попросила ее взять краску с собой домой. Будем сегодня красить мои волосы, потому что это вообще капец полнейший. Смотрите, у меня здесь так корни отросли, здесь у меня непонятно что, уже все смылось. В общем, на голове полный ужас, поэтому нужно приводить ее в порядок перед Новым годом, чтобы выглядеть хорошо. Покажусь вам, какой получится цвет. И еще мне пришел новый заказ из Василька. Обязательно вам покажу, потому что там много всего прикольного, милого, интересного. Думаю, вам понравится. Так, ну что, девчонки, давайте быстренько пробежимся по моему заказу из Василька. Обычно самое сладенькое всегда оставляю на потом, но сегодня с него начну, потому что я прям вот очень ждала постельное белье для Викушки. Ну, такие прям милые вообще расцветочки, я влюбилась просто в эти комплекты, не смогла остановиться на каком-то одном, поэтому заказала 2. Ну и к тому же вы знаете, что я просто безумная фанатка постельного белья. Я и нам всегда заказываю, и вот Викушке решила тоже обновить. Почему? Потому что нужно было постельное белье именно с простынью на резинке. Вот, и я в комментариях указала, что у нас же нестандартная кроватка, размер матраса 90 на 160 на 12 сантиметров. И вот по таким вот индивидуальным меркам нам сшили простынь на резинке. Потому что с нашей кроваткой я задолбалась реально там стелить обычную простынь, но это реально очень тяжело. Вот, значит, я их потом раскрою, вам поближе покажу, потому что вот этот комплект, он полностью, по-моему, вот из такого материала. А вот у этого простыня там
розовая в горошек, по-моему, была. В общем, покажу потом поближе. Крестнику на Новый год вот такой вот подарочек заказала. Это постельное белье, полутораспальный размер. Он просто обожает, насколько я знаю, всяких роботов, тоботов, трансформеров. Вот, и единственный вот в такой расцветке был комплект постельного белья из бязи. Не знаю, насколько комфортно будет на этом материале спать. В принципе, у Викушки есть белье из бязи. Ну, мне нравится, не знаю уж, как ему будет комфортно или нет. Но самое главное, что, мне кажется, ему очень понравится расцветка. Вот, что еще заказала Викушеньке. Взяла вот такую вот жилеточку на весну. Взяла, кстати, на 4 года. Состав ткани 100% полиэстер. Значит, что мне понравилось в этой жилеточке? То, что капюшон вот на таких вот двух клепках, то есть шея здесь полностью закрыта, даже эту ветреную погоду вот оденешь, да, этот жилет прекрасно, вообще ничего задувать не будет. Хороший большой капюшон, который, кстати говоря, отстегивается, здесь все, вот видите, на молнии идет, то есть можно просто как жилеточку обычную носить, можно с капюшоном. Очень мне понравилось, расцветка прикольная, я уже Викушке померила, уже сидит хорошо, а к весне будет вообще самое то. Еще крестнику решила заказать тоже в дополнение к постельному белью две футболочки. Очень они мне понравились. Вот такая вот с единорожкой. Cool Best Unicorn. И сзади тут у нас вот такая вот надпись. Классный мальчик. Не знаю, мне как девочке очень нравится такой вот нежно-желтый, точнее, цвет. Взяла на 6 лет. И вот такую вот еще футболочку с космонавтом в голубом цвете. Она уже была только вот в таком размере, самый минимальный, на 7 лет. Сзади тут тоже Galaxy. В общем, классные футболочки, абсолютно бюджетные. Вообще, девчонки, прям вот знаете, что-что, а детская одежда там, ну, действительно, есть модельки, которые выглядят стильно и при этом очень бюджетно выходят, поэтому присмотритесь. Так, еще я Юлечке своей в этот раз заказала костюм домашний. Вот такой вот он с короткими рукавами, футболка. Так, она у меня 46 размер просила, тоже любит, чтобы было все посвободней. Футболка, значит, идет вот с таким вот капюшоном. Здесь шнуровка. И вот такие вот в комплекте идут штаны, тоже красного цвета, с белыми лампасами. Не очень сильно глубокие кармашки и вот такая вот резинка. Снизу они не на манжетах, обычные такие. Юлька его уже примеряла, все хорошо по размеру подошло, как она и хотела. В общем, вот такой вот комплект будет ей на Новый год от меня, подарочек такой небольшой. Себе тоже заказала домашний костюм. Ну, обожаю я домашний костюм, ничего не могу с собой поделать, люблю, когда у меня их много, когда есть из чего выбрать. Вот, и в этот раз заказала вот такой вот нежно-бежевый цвет, очень красивый такой, приятный домашний уютный костюмчик. Здесь на плечиках вот такой вот кружево идет. И вот такие вот в комплекте идут шортики на узенькой тоненькой резиночке. Посмотрите, тут кружево по бокам, такое вот нежное, красивое. Но получается, это больше пижама, не домашний костюм, потому что кружево, конечно, прозрачное. Саша заказала вот такие вот еще спортивные штаны. Он в них дома очень любит ходить. Снизу они идут на манжетах. Вот. Вот что мне нравится, то что Василек на мужских штанах делает вот такую вот резинку. Она намного удобнее, чем вот, допустим, вот на таких красных, потому что вот это потом начинает перекручиваться. А здесь она никуда не девается. Василек, почему вы делаете так только на мужских штанах? Вопрос. Шнуровка вот такая вот черненькая, очень глубокие карманы. В общем, штаны суперские, вообще очень классные. И последнее, что я заказала, это колготки себе. Они были, по-моему, в двух или в трех размерах представлены. Я вот заказала 42-48, верблюжья шерсть. Но, девчонки, я обалдела, когда они пришли, я их посмотрела. Они прям очень теплые, очень плотные. Больше похожи на леггинс, честно говоря. Сейчас покажу. Тут, во-первых, вот такая вот резинка. Видите, вот такая широкая, плотная. В состав здесь написано верблюжья шерсть 60%, кашемир 30%, эластан 10%, не скатывающийся. И смотрите, какой тут внутри у них идет начес. Очень мягкий. И, честно говоря, мне кажется, в них будет прям жарко. Ну, под штаны их одевать так явно не вариант. Под платье, может быть, еще и пойдет, да, зимой носить. Но под штаны точно нет, потому что вы просто вспреете в них, вот честно. Ну, на первый взгляд, по крайней мере, мне так кажется. Хотя, может быть, если гулять с ребенком, да, в морозную зимнюю погоду, может быть, и
очень даже ничего будет. В общем, вот такой вот был заказ. У меня тут все раскидано, разбросано. Сейчас буду все это отправлять в стирку. А, белье же хотела вам показать. Сейчас, в общем, я его раскрою и покажу поближе. Ну вот, смотрите, вот так выглядит первый комплект постельного белья. Вот такие вот милейшие тут кактусы, суккуленты. Очень красивая расцветка, мне нравится. И вот показываю, как сделали они просто на резинке. То есть все качественно, все круто прошито. Вообще молодцы, претензий нет, очень здорово. Вот в такой расцветке идет здесь простыня. И получается вот наволочка, да? Сколько она? 50 на 70. И пододеяльник. Сейчас по размерам скажу, сколько пододеяльник идет у нас. Наволочка, значит... А, наволочка ошиблась. 60 на 40 пододеяльник. 112 на 147. И второй комплект постельного белья тоже очень милый. Вот с такой вот пандочкой. И здесь все одного цвета, все одного материала. И тоже простыня на резиночке. Тоже все прекрасно сделано. Очень мне понравились эти две расцветки. Прям, но они действительно очень такие детские, милые. С удовольствием будем пользоваться. Посмотрите, какая мордашка симпатичная. Очень классная. Все такое мягонькое, нежное, приятное. В общем, сейчас буду все это отправлять в стирку. Как прекрасно, когда все дома. У нас такой движ прям всегда, активность. Викушка прям вообще нормально себя, да, сегодня чувствует? Температуры нет, в общем... Держим кулачки, чтобы она так и не поднималась дальше. Мама тут варит какую-то вкуснятину. А я думал, ты со мной разговариваешь. Нет, с камерой. Ну, естественно. Ну, ты же уже к этому привык. Кстати, раз уж у нас сегодня все дома, мы решили на первом этаже на кухне тоже поставить елочку, ее украсить, потому что какое у нас сегодня число? 16-е, 17-е уже. Уже пора бы как бы здесь тоже украсть, все привести в порядок, чтобы быть готовыми к тому, чтобы отмечать Новый год, потому что единственное, что мы здесь украсили, это вот эту вот дверь на холодную веранду какими-то наклеечками непонятными, и все, вот и весь декор. А еще нам тут в садике отдали новогодние фотографии. Вика, Белоснежка. В новом платье, кстати, которое я вам показывала. Вот такая вот фоточка. А это еще осенняя фотография с щенячьим патрулем. Вик, зайчик твой любимый? Куранты. Скоро будем слушать на Новый год, Викуш. Что тебе дедуля делает? Горку из лего. Да, и ты будешь на ней кататься? Да. Когда выздоровеешь, да, окончательно? Да. Любишь Светочку? Да. Погладь ее. Иди сюда, я тебя поглажу, Светочка. Иди сюда. Сейчас будем краситься. В этот раз снова будем использовать краску от Эпика, только немножечко в других оттенках. Этот у нас 717. Называется русый древесный. А вот это 7.11, это русый пепельный. Вот, не знаю, как получится, покажу вам. И все это мы будем делать на 3% оксиде, тоже от Эпика. Пока у меня тут время выдержки, покажу вам шампуни, кондиционер. Мне тут мама пробнички всякие дала. Это, значит, для увлажнения и питания сухих волос, для восстановления поврежденных волос, для ежедневного ухода за волосами и для окрашенных волос. Я, наверное, как раз сейчас буду смывать, когда... Вот такой вот для окрашенных возьму, но так как тут мало в пробничке, наверное, смешаю его с каким-нибудь, наверное, для ежедневного ухода. В общем, посмотрим, как они будут в действии, потому что уход от этой фирмы я не пробовала. Так, ну что, девчонки, мы уже покрасились, только что помыла голову, и пока волосы такие мокрые, смотрите, они такие темные, вообще непривычно видеть себя такой прям практически брюнеткой, вообще... Вот, ну сейчас я их высушу, и, конечно, они будут светлее, но темнее, чем было в прошлый раз. Голову мыла вот таким вот шампунем тоже от Эпика. Я взяла для окрашенных волос, и, кстати, хватило мне как раз ровно вот одного вот такого пробничка и шампуня, и кондиционера. Что могу о нем сказать, девчонки, вообще такой потрясающий аромат, мне очень понравился. Знаете, пахнет как либо какой-то сладкий очень парфюм, либо как какие-то конфетки. Прям очень-очень. Вкусно, прям запах такой знакомый. В общем, мне очень понравился и кондиционер, и бальзам, ой, и шампунь. Так что я бы с удовольствием полноразмерки, наверное, взяла, попробовала. Волосы хорошо прочесываются, гладкие, мягкие, приятные. В общем, сейчас высушусь и посмотрим с вами конечный результат. Так, ну что, показываю вам результат окрашивания при дневном свете. Слушайте, мне так непривычно получилось. Просто не совсем то, что мы ожидали увидеть, потому что краска такая, так скажем, экспериментальная, и мама сама не знала, что получится.
но это далеко не русый пепельный и не русый древесный, как мне кажется. Это вообще какой-то такой получился шоколадный, темный цвет. Я практически брюнеткой стала. И вы знаете, я, честно говоря, не была готова к таким кардинальным переменам, поэтому даже не знаю, нравится мне или нет, но единственное, кому прямо очень понравилось, это Саша, по-моему. Остальные как-то так говорят, что когда я такая светло-русая, то мне лучше идет. И, честно говоря, мне так тоже как-то, да, привычнее, когда я более светлая. Так что посмотрим, как долго я буду с таким цветом ходить. Ну, я имею в виду, насколько быстро эта краска будет смываться, потому что в прошлый раз эпика довольно быстро у меня смылась. Вот, посмотрим, как будет в этот раз. Ну, не знаю, пишите в комментариях, как вам нравится больше, когда я посветлее или когда потемнее. Я пока буду привыкать. Вика мне тут картину нарисовала. Это солнышко, дерево с листочками и травка. Первые наши такие понятные художества. Ужин у нас сегодня максимально простой. Я отварила макароны. И здесь у нас куриная печень. Мы ее делаем в сметане. Немножечко водички добавляем, соль, перец. И получается она очень вкусная, нежная. Вот такие вот кусочки прям. Ее классно и с гречкой, и с макаронами, и с рисом. Очень любим. Выбралась я все-таки сегодня из дома. Забрала наконец-то свой заказ в Faberlic. Значит, что у меня в этот раз было? Вот такой крем-гель для душа. Малина и белый шоколад. Пахнет обалденно. Просто его реально хочется съесть. Маленький такой бутылечек. Тут объем 200 мл. Уже потихонечку, знаете, начала всякие гели, там, скрабы, шампуни покупать. Ну, сейчас Новый год впереди, подарочки. Буду сама их собирать. Еще, кстати, появилась вот такая вот новиночка. Смузи для душа. Такой маленький гель для душа. Очень симпатичные бутылечки. Они есть вот, с гранатом, с ананасом, авокадо какая-то. Черник, что ли, или какие-то ягоды другие. В общем, красивая упаковочка на подарок, мне кажется, самое то. Так, здесь у меня еще кондиционер для белья 2 в одном. Также вот такая вот новиночка в этот раз появилась. Это у нас водный спрей, освежитель воздуха, сочный ананас. Аромат мне очень понравился, действительно такой яркий, прям тропический, очень крутой. Так, Викушки взяла вот такую гигиеническую помаду. Это у нас с ароматом, со вкусом апельсина для детей 3 лет. Защитный бальзам для губ, кот апельсин. Там еще был такой с малинкой, но почему-то не могла его заказать, видимо, в наличии не было. Это я Юле взяла гигиеническую помаду, зима. Вот такая вот, ну, обычная гигиеничка. Также Саша взяла гель для душа Lancelot. Очень понравился нашим мужчинам этот гель, поэтому сказала повторно. Так, сухой шампунь вот такой вот. Он там, по-моему, единственный есть в Faberlic, но мне он очень понравился. Единственное, конечно, расходуется очень быстро. Тут у него 125 мл всего, но эффект классный дает. То есть, действительно, голова становится чистая визуально. Мне понравилось. Ну и тем более удобно с собой брать куда-то в дорогу, потому что такой маленький размер. Также из повторных покупок это бальзам восстанавливающий Salon Care. Серия это умный кератин. Мне очень нравится и бальзам, и шампунь. Поэтому шампунь у меня, конечно, еще остался. Вот бальзам обновила. И еще, так как мне понравился бальзам, решила все-таки попробовать масочку. Вот такая вот маска восполнитель кератина. Я ее еще не открывала, не смотрела. Если мне понравится, я, конечно же, тоже поделюсь с вами впечатлениями. Бальзам и шампунь мне очень нравятся. Насчет маски пока ничего сказать не могу. И еще вот раз решила себе заказать тапочки. Такая вот новинка, потому что раньше я не видела в Faberlic эти тапочки. Мне, во-первых, нравится серый цвет, и они такие прям мягенькие, приятные, очень симпатичные. Девчонки, единственный нюанс, у меня размер где-то 38. 37-38, но я заказала на размер 40-41 и вообще не прогадала, потому что вот прям хорошо сели. Так что берите всегда домашние тапочки, домашнюю одежду на размер 2 больше своего. Артикул 885-186. Вот, в общем, посмотрим, как они будут в носке. Вот так, кстати, эти тапочки смотрятся на ножке. То есть, видите, у меня 38 размер, но 40-41 мне прям вот, ну, как бы, как раз. Поэтому имейте в виду при заказе. Были они представлены в разных цветах. Там зеленые, розовые, синие, серые и вроде еще какой-то был цвет. Но мне серый больше всего нравится, поэтому взяла их. И еще решила в этот раз попробовать себе заказать леггинсы. Они идут теплые, из хлопка, 200 ден. Состав 54% хлопка, 38% полиэстер, 8% эластан. Артикул 815-13, цвет черный. Размер взяла я двоечку S. То есть я смотрела вот просто по этой таблице, да, подбирала по весу, по росту. И, в общем, сейчас померим, посмотрим, как они на мне сядут. Так, сейчас скажу, что мне в них не очень понравилось. Это то, что есть шов заметный, да, вот.
То есть и сзади, и спереди он есть. Поэтому эти леггинсы можно носить только либо с длинными какими-то там туниками, кофточками, футболками. Ну, шов, да, когда видно, не очень красиво. Но носить я в любом случае буду, я люблю дома в таких вещах ходить. И сейчас показываю, какой здесь идет начес. То есть они, видите, утепленные. Очень приятные такие, мягкие. Ну что, девчонки, примерила я леггинсы, сидят очень круто. Мне понравились, прям реально удобные, тянутся отлично. Сверху вот так вот, то есть довольно высокие. И меня даже не смущает, в принципе, этот шов. То есть это все закрывается вот так футболкой и остается просто вот такой вот низ. В общем, сели классно и прям размер идеально подошел. То есть у меня эсочка. Вот, снизу они идут на резиночке. Тапочки, кстати, тоже очень классные, мягкие, удобные. Мы тут поставили нашу елочку красавицу. Сейчас будем украшать.